услуги есть у вас? Мы призываем активно пользоваться. Инспекторы и волонтеры молодежного центра рассказывают о возможностях портала госуслуги прямо на улице. Акция носит осведомительный характер в целях повышения качества предоставляемых услуг. Не выходя из дома, например, можно оформить выдачу паспортов, водительских удостоверений, каких-либо документов без обращения в государственные органы. Регистрация ТС, замена паспорта, загранпаспорт. А еще оплата штрафов, выдача водительского удостоверения, справки, различные выписки. Олег Бузиков застал еще те времена, когда за бумажной справкой нужно было отстоять очередь. Теперь достаточно пару кликов. Я считаю, что в России это IT-услуги впереди планеты всей. А вот Никита Кузьмичев этих времен не застал. Он активный пользователь цифровых технологий. Ну, я думаю, это намного удобнее. Можно через сидеть дома и вот сделать себе волонтерскую книжку. Но все равно придется прийти, конечно, в молодежный центр. Но это легче, чем ходить по всем инстанциям и собирать эти документы. Быстро, комфортно и эффективно. А главное, с минимальными затратами по времени. Почти 300 тысяч человек только в конце 2023 года уже воспользовались цифровыми возможностями. И, как показывает статистика, 97% остались довольны. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».